Что ж, ребят, всем привет! С вами снова я, Артём, и мы начинаем проходить Thief Deadly Shadows, как вы понимаете. Будем проходить, собственно говоря, как всю серию, в общем-то, да, на весь лут, на максимальной сложности. Единственное, что здесь, в общем-то, в этом в прологе у нас сложности как таковой вообще нету. То есть пролог, как бы мы пройдем на нормальной сложности, а дальше, соответственно, будем хардкорить. Соответственно, всегда, да, будем играть на самой-самой-самой высшей. По поводу заставок, здесь они у меня почему-то, опять же, не, собственно говоря, воспроизводятся, поэтому я их, наверное, где-нибудь скачаю у кого-нибудь и, в общем-то, соответственно, себе их, в общем, буду так вот пихать. Так что, ребят, такие дела, всем приятного просмотра и, в общем, мы тем временем начинаем. Perry sent over a floor plan of the place, the Blue Heron Inn. Finding his lordship won't be hard. His room number will be in the guest register, if I can get to the front desk to read it. The inn will have guards, but not as many as a private estate. That should make things easy, which is one of the reasons I'm willing to try it without knowing for sure what the take will be. Lord Julian is so protective of that bag. There's got to be something of value in it. Ну и, в общем-то, такая вот у нас миссия первая начальная. Она, опять же говорю, не... Ну, как бы здесь именно только вот, собственно говоря, нормальная сложность и все, как вы понимаете. То есть сложной сложности здесь нет, сложности эксперта здесь нет. Поэтому, по сути, мы ее, соответственно, да, пройдем, естественно, весь лут с вами. И сейчас, в общем-то, нам нужно сначала в этот в постоялый двор залезть. В общем-то, здесь у нас, да, голубая цапля, он называется. Но миссия у нас так довольно... Хитро называется. Возможно, я, кстати, назову ее именно как раз голубой цаплей. Хотя, по сути, переводится она как-то по-другому, по-моему. Но как-то такое название, которое там пишут в миссии, мне не очень сильно нравится. Поэтому, в общем, такие дела. А по поводу долгости, скажем так, местных миссий, они здесь не такие, на самом деле, как вот именно большие миссии, скажем так, в Ори во втором, хотя бы том же, да? Ну, они примерно как вот эти, как средние миссии от War 2. Это здесь, ну, короче, это я все к тому, что здесь нету таких как громадных миссий, как, например, тот же самый банк, вот как вот из War, да, 2. То есть здесь именно миссии такие, которые были вот средними, так по продолжительности во втором War, вот именно для третьего они, скажем так, довольно большие, как бы считаются. Вот, но тем временем мне, если честно, здесь графен очень даже прикольный, нравится. Также, да, по поводу вырубания. Я постараюсь вырубать как можно меньше. Сразу же говорю, что так на самом деле не получится, чтобы не вырубать всех вот в миссии. То есть в некоторых местах нам, конечно, вырубать придется. Поэтому, но постараюсь, конечно, по минимуму, в общем-то, оглушать народы здесь. Еще плюс, да, здесь также работает та самая команда, которая работала над Deus Ex первым и, собственно говоря, Invisible War. И, как я понимаю, то это их тот самый движок, который был в Invisible War, потому что игрушка у меня также вылетает во время загрузок. Бывает такое, собственно говоря, также, да, у меня был и в Invisible War, как вы помните. Вот, и, собственно говоря, здесь, по сути, то же самое. Так, сейчас мы тут его оттащим. Здесь нас, в общем-то, учат. То есть здесь вот очень много таких-то именно подсказок по поводу того, что нам сейчас делать и как нам все дело проходить. Так, здесь нам еще учат карте. И здесь у нас, по сути, вот начинается как раз первый лут. Здесь всего лута, на самом деле, не так много, вот именно в первой миссии.
Насколько я помню, где-то 7 его, да, так по этому по числу. Здесь, конечно, очень жалко, что они вот опять же не сделали здесь статистику, то есть такую вот, как не сделали в четвертом воре. Вот четвертый вор, он, конечно, хорош именно вот в плане вот этой статистики, то есть то, что ты вот поудобнее мог там зайти каждый раз и посмотреть. Но зато здесь у нас есть режим от третьего лица, скажем так, то есть мы теперь можем посмотреть, как выглядит наш Гаррет. Вот, по сути, так вот он и выглядит. В общем-то, это делается на клавишу V английскую и на, собственно говоря, M русскую. Так что, в общем-то, вот такой вот он у нас тут интересный. Также, да, как понимаете, то и, собственно говоря, всю квадрологию мы, в общем, проходили, да, на весь лут. Также, соответственно, пройдем и эту игру. То есть, по сути, все абсолютно те же самые правила. Так, сейчас нам нужно подождать, пока вот этот стражник у нас выйдет. И вот в той комнатке у нас есть еще один лутецкий. Нам его, естественно, надо взять с вами. Вот он сейчас у нас проходит. Да, здесь еще, вот, как видите, можно прислоняться к стене. И в целом, там, тогда враги очень даже сильно тупят, то есть они нас не видят порой даже в упор, если вот так мы к стене прильнули. И сейчас мы его должны вот в тот коридор отманить, и нам нужно вот в эту вот комнату, в которой он охраняет, как раз зайти. Закрываем дверку, и здесь есть у нас блюдечко, тоже ценное, не забудьте взять. И здесь есть еще свечка. И письмо, собственно говоря, с указанием того, где этот наш лорд Джулиан, собственно говоря, находится. Так что, в общем-то, такие вот дела. Так, вот тут у нас свечка и еще письмо. Вот такое вот. Ну и в целом, на этом я с вами могу прощаться. Тут мы сейчас заберем остатки лута. Дальше у нас будет заставка к следующей миссии, поэтому я там особо ничего комментировать не хочу. Также здесь, в общем-то, да, вот мы сейчас факел потушим, и в разы проще нам станет проходить эту комнату. Так что, ребят, на этом все спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео в избранное. Подписывайтесь также на Мармелада. Ссылки на Мармелада и, собственно говоря, на мою группу ВКонтакте вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. И всем за все это, ребят, как всегда, большое спасибо. И всем на этом... До свидания. В общем-то, всем на этом пока. Mixing in society, especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does.
look at Lord Julian's medallion. Perry says the crest belongs to the Rutherfords, one of the oldest so-called great families, with a castle in South Quarter and a street named after them. They've got a lot of wealth and a nasty reputation for turning on each other. Based on that conversation I overheard, Julian is definitely carrying on the family tradition. Lord Ember, Julian's cousin, currently resides in the castle, and Julian wants revenge. Julian had a good plan. Hide inside a supply cart and ride in after dark, then signal the cook to open the side door by putting out the lion's head torch in the courtyard. A good enough plan for me to use myself. That bloodline opal sounds valuable, and it's better off with me than sitting around in their vault. But I can't get lazy. Ember will have his personal guard, and doubtless a few other family tricks in store for anyone who comes after the opal.